Саженцы груши яковлевской вырастают в среднерослые деревья средней загущенности кроны и с правильной ее формой. Высота взрослого дерева доходит до 10 метров. Груши среднего или большого размера, от 120 до 210 граммов. На ощупь они гладкие, правильной вытянутой формы. Шкурка средняя по толщине, немного маслянистая, гладкая с несильным восковым налетом. Крупномер яковлевская будет лучше развиваться на солнечном участке. Когда груши спелые, они приобретают зеленоватую окраску с красным румянцем. Мякоть плода кремовая и нежная, сочная, с приятным ароматом и кисло-сладким вкусом. Грушу можно начинать собирать во второй половине сентября. В охлажденном хранилище плоды могут храниться до 180 дней, не теряя своих сортовых качеств. Груша плодовая яковлевская – это многолетнее растение высотой 350-1000 сантиметров. Груша прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает груша плодовая яковлевская в месяц май-июнь. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Весенняя окраска листочков зеленая. Груша плодовая яковлевская имеет зимний срок созревания. Масса плодов приблизительно 130-210 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода удлиненно-грушевидная. Цвет плода желто-зеленая. Вкус кисло-сладкий, мякоть средней плотности. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что груша плодовая яковлевская, частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.